Если личности нет, то кто мы? Кто ты? Мне кажется, что я могу себя определять только с позиции каких-то координат. А если нет координат, то я не А ты сейчас вот это вот откуда взяла? Откуда это вот мысль? Это мои мысли. А мысль откуда она пришла? Кто ее мысли? Ну, моя личность, я думаю. Ты думаешь, что твоя личность, как ты ее видишь? Ну, это какая-то моя внутренняя сущность, наверное. Что-то такое внутри меня. Внутри тебя. То есть ты уже знаешь, что ты есть, и внутри тебя еще кто-то есть. Да. Что есть тело, есть то, что моя сущность. Ну, смотри, сколько ты уже назвала. Есть тело, есть кто я, и есть сущность, которая еще внутри меня. Уже три ты назвала. Да. А ты где? Если ты это все увидела, значит, ты уже не тело. То есть я смотрю на телефон, я уже не телефон, я его вижу, уже я не являюсь им. Ну, может быть, это какая-то внутренняя глубинная позиция наблюдателя. Нет. А кто наблюдает? Частица. Частица чего? Этого мира. Частица этого мира. Как ты это определила? Раскручиванием, отделением себя. Вот насколько я себя могу отделить уже от частицы, отделить себя не могу. Ну а по факту ты это все сказала умом. Ты умом распределила, разрезала, положила в разные контейнеры. А умом, кто ум этот тебе сказал, что нужно вот так вот высказать? Я не знаю. Заходи туда.